Необычное мероприятие, как мы его анонсировали. Оно действительно необычное, обычное для нас, необычное, может быть, в нашей суетной жизни. Обычное для нас, потому что мы часто здесь устраиваем презентации книги. У нас сегодня состоится еще одна презентация очень интересной, уникальной книги. А необычной она будет потому, что сегодня, кроме нашей аудитории, к нам присоединяется испанская аудитория, которая уже сейчас с нами на связи, которая уже сейчас наблюдает нашу аудиторию. И с этой испанской аудиторией они нас видят. Мы можем их вот так вот поприветствовать, если вы посмотрите в сторону экрана. И сегодня у нас состоится прямой разговор с автором этой книги и разговор о его судьбе, жизни. А сейчас мы начинаем нашу вот такую необычную презентацию. Рада вас всех видеть. Надеюсь, что встреча эта будет для нас очень интересной и необычной, такой, о которой мы заявили. Права покрайне степной монархи, но песню и руну отдали земле. Носил мой приятель за мною в седле, он пял край, родные края. Гренада, Гренада, Гренада моя, он песенку эту твердил наизусть. Откуда у парня грязанская грусть? От леса Александровской Харьков подлец, довольный по испанским мы начали петь. Я хочу покину, пошел воевать, чтоб вернуть Гренаде, христианам отдать. Прощайте, родные, прощайте, друзья, Гренада, Гренада, Гренада моя. Прощайте, родные, прощайте, друзья, Гренада, Гренада, Гренада моя. Испанская грусть испанским детям, чья большая, а для кого-то и лучшая жизнь прошла в Советском Союзе, эта песня, конечно, является родной песней. Как и многое, что связывает их с Россией. Не случайно свою книгу, ты помнишь, товарищ Михаил Ульянов посвятил народу, воспитавшему нас признательностью и сыновней любовью.
Вирхилио де лос Льянос Мас, известный советский энергетик, кавалер ордена Ленина за вклад в сооружение Куйбышевской ГЭС, заслуженный строитель Российской Федерации, лауреат премии Совета Министров СССР, член Испанской коммунистической партии и член нашей коммунистической партии Советского Союза в 50-х годах, а в 50-е годы еще депутат Ставропольского горосполкома. Сегодня остается еще добавить, что среди всех испанцев, которые оказались в 30-е годы в Советском Союзе, Вирхилио Льянос единственный, кто удостоен высшей правительственной награды нашей страны, ордена Ленина, за вклад в сооружение Куйбышевской ГЭС. Сегодня вот вы увидите поближе лицо человека, на котором жизнь оставила свой след. Это лицо, конечно, не кинозвезды. И по-русски он говорит не очень хорошо. Но он написал историю своей судьбы, историю своей жизни. И он создал, на мой взгляд, настоящий литературный памятник, который посвятил истории своей страны и истории нашей, то есть его судьба сопричастна к истории многих стран. И вот этот культурный памятник, конечно, является событием, который не признает никаких границ. Это событие культуры, которое мы сегодня отмечаем, соединяющие все народы, все государства, но лучше об этом, чем я, конечно, скажет человек, который профессионально занимается этой деятельностью и знает о связи, о миротворчестве больше, это руководитель департамента внешнеэкономической деятельности мэрии городского округа Тольятти Дмитрий Николаевич Жаринов. Пожалуйста. Я хочу прежде всего приветствовать всех вас и наших испанских друзей, да, чтобы было видно, наверное. Я хочу сказать, что у нас сегодня такое интересное событие, его можно рассматривать с разных сторон. У нас прежде всего очень интересный герой сегодняшнего дня, да, с интереснейшей жизнью, проведший много лет в нашей стране, очень много сделавший для нашей страны, для своей страны, для дружбы между нашими странами. С другой стороны, в феврале месяце король Испании и президент Российской Федерации объявили 2011 год годом Испании. В России, годом России, в Испании это должно по идее способствовать укреплению различных связей между Российской Федерацией и Испанией, и культурных, и экономических, и политических, и прежде всего дружественных связей между двумя великими народами. Ну и в-третьих, здесь я хочу прежде всего поблагодарить библиотеку «Автограда» и фонд «Наследие» за то, что наш сегодняшний герой, имея прямое отношение к взаимоотношениям наших двух стран, тем не менее имеет прямое отношение к истории нашего города. Это именно с таких людей начинался новый современный город, в котором мы с вами живем. За работу, которую он провел здесь, он получил высокие награды в нашей с вами стране. Он лауреат государственной премии и ордена Ленина, и заслуженный строитель Советского Союза, да, и он, как уже было отмечено, даже принимал участие в руководстве нашего города в 50-е годы. Я хочу сказать, что это, наверное, не просто какое-то важное, большое событие в культурной жизни города, но это и очень значимое событие. У нас не так часто организуются вот такие встречи, в том числе с использованием современных средств коммуникации. Ну, попробуем, и я думаю, что у нас все будет успешно, поэтому еще раз хочу вас здесь поприветствовать.
и поприветствовать наших испанских друзей, поблагодарить их за то, что они нашли время связаться с нами. И уже исключительно для наших испанских друзей я хочу передать вам, надеюсь, нам для этих автоградов поможет и фонд наследия, передать им подарок, книгу значит, на нашей земле, на двух языках. Я думаю, это для них будет очень интересно. Мы найдем, как ее туда переправить. Спасибо. Из книги Вирджиния Уильямса «Ты помнишь, товарищ?» Остров вспоминается один эпизод, последний из моего детства. Мне только что стукнуло 13. Граница Испании с Францией в Порт-Бо в ноябре 1938 года переходим мы. 30 девочек и мальчиков. Последними из детей республики мы отправляемся в Советский Союз. Тащим свои мудреные чемоданы. 14-летний Кармен, 11-летний Карлос и я. Из Барселоны выехали на автобусах. По дороге несколько раз вынуждены были выбегать из автобусов и укрываться в придорожных каналах. Фашистская авиация совершала облеты этих мест. Мучили голод и жажда. Нас покрывала дорожная пыль. Вскоре показался порт Боу, последний клочок родной земли. Испанские пограничники обняли нас и помнили в прощальном приветствии сжатые кулаки счастливого пути. Французские жандармы обыскали каждого, спрашивая, везем ли мы золото. На железнодорожной станции нас ожидали советские представители. Они первым делом повели нас на обед в ресторан. Господи, это был настоящий пир. Потом на поезде нас повезли в Париж, оттуда в Гавр. Здесь стоял на якоре теплоход «Феликс Дзержинский». На мачте развивался алый флаг с серпом и молотом. Испанцы, вышедшие в СССР, никогда не забудут, что в 1936-39 годах великодушие советских людей спасло нас от верной смерти, писал Вирджилио Ульянос 72 года спустя в газете «Вечерний Петербург». А в 1967 году в той же газете советский журналист Эдуард Аринин вспоминал, как в городе Универ встречали испанских детей. К ним были протянуты тысячи ласковых теплых рук наших ленинградских женщин, готовых тут же принять этих ребят в свои семьи. Резинщицы с красного треугольника, трикотажницы с красного знамени, ткачихи с рабочего настойчиво просили дать им этих измученных войной и голодом ребят. Но дети должны были оставаться в одном коллективе. Они должны были оставаться испанцами и никогда не забывать о родине, давшей им жизнь. Вот почему воспитание в семье не дали ни одного ребенка. Став детьми великой России, они оставались детьми Испании. Как раз видно Вирджилио с братом и сестрой. Карлос и Кармен воспитывались все в начале в детском доме Ленинграда, но потом, уехав от войны в своей стране, они оказались на территории войны другой страны. И война их раскидала. Вирджилио война застала в пионерском лагере «Антек». Дорога на Ленинград была отрезана. И первые военные годы он с товарищами провел в деревушке в Саратовской области, где на его глазах происходила депортация немцев по Волжье. И вот после немцев по Волжье все это хозяйство этой деревушки свалилось на плечи мальчишек, вот этих испанских мальчишек 13-14 лет. И, как он вспоминает, «я не помню другого, более тяжелого и нескончаемого периода в жизни, чем зимние дни и ночи 1941-42 годов. При этом, несмотря на постоянный голод, надо было учиться». Помимо учебы в школе и заготовки дров, мы изучали теорию и практику вождения колесных сельхозтракторов марки ХТЗ Харьковского Тольяттинского завода и зерновых комбайнов «Саленец-1». Мы хотели получить права тракториста и комбайнера, чтобы участвовать в уборке зерновых для защитников Сталинграда.
мы семеро сдали экзамены в МТС на отлично и получили права. До сих пор я храню корочки на серой бумаге военного времени с подписью и печатью. На печати надписи на русском и немецком. Хотя немцы выслали из Поволжья уже больше полугода назад, новые власти использовали старые печати. В 43-м году Верхинин окончил 9 класс. Экспертом стал экзамена за 10-й. Цель – Москва. Московский энергетический институт. В сентябре 43-го года наша семёнка прощалась с Кубкусом, друзьями и сынами невестами, которым за отсутствие времени и опыта мы так и не успели признаться в любви. В деревенском клубе, освещенном тусклой лампочкой, мы на прощание танцевали с ними по Садовой. Его мелодию до сих пор храним в памяти, как реликвию нашей дружной и незабываемой юности. Как и хотел Вергилий Ульянов, поступил в Московский энергетический институт. В декабре 48 года женился на молодой студентке Инне Кощеевой, дочери участника строительства Магнитогорского металлургического комбината и Уралмаш Александра Кощеева. Этот человек был очень хорошо знаком Ивану Карзину. И как вспоминает Вергилий, когда они приехали на строительство Куйбышевской ГЭС, Карзин изумился просто, узнав, что Инна Кощеева – та самая Александра Кощеева дочь. Это его настолько потрясло, что он нанес личный визит в молодую семью Вергилия, чтобы убедиться, что действительно это Инна – дочь его знакомого Кощеева. После окончания института в 50-м году молодые специалисты Вергилия и Инна, которые вы видите на экране, добровольцами приехали на строительство Куйбышевской ГЭС. После войны молодые испанцы вошли в семьи рабочих коллективов в многих предприятий нашей страны, стали студентами советских вузов, писал журналист Эдуард Оленин в «Вечернем Ленинграде». 85% молодых испанцев и испанок получили у нас высшее образование. Многие стали крупными специалистами. Юный астуриец Хосе Гарсия, сражавшийся у стен Ленинграда, ныне доктор исторических наук и трудится в одном из институтов Академии наук СССР. Сын комиссара фронта Эбра Вергилий Ульянов закончил энергетический институт в Москве и в качестве одного из руководящих инженеров отличился при сооружении Куйбышевской гидростанции, за что награжден орденом Ленина. Здесь на великой стройке у Вергилия и Инны появились новые друзья, и в их числе выпускник того же Московского энергетического института, уже успевший отличиться на строительстве Цимлянского гидроузла, а в то время самый молодой энергетик крупнейшего строительного района Куйбышева гидростроя, Герман Владиславович Фадейко. Сегодня уважаемый профессор Тольяттинского государственного университета, друг Вергилия Ульянова в нашей гостиной и с сюрпризом. Добрый вечер, Кирилл, Инна. Мы действительно учились в одном институте, и на той фотографии, которую только что показывали, один и тот же директор, тогда еще назывался директор, а не ректор, Голубцова, это жена Маленкова. И многие профессора и преподаватели были общие. После первого курса факультет электроэнергетический разделился на два, гидроэнергетический и электроэнергетический. И Вергилио и многие испанцы пошли на гидроэнергетический факультет. Он учился на курс старше меня. Мы встречались в институте не так уж часто, но во всяком случае 2-3 раза в год на вечерах в клубе выходного дня и других мероприятий. Потом судьба распорядилась так, что меня распределили на Цимлянскую ГЭС, она стройка заканчивалась, а потом перевели сюда. И здесь мы снова встретились. Мы работали в разных местах и по работе встречались сравнительно редко, но сблизились с семьями и часто бывали друг у друга.
И затем, когда он уехал, когда они окончательно уехали в Испанию, переписка стала более даже активной, чем наши прежние встречи. И он написал мне, что работает над книгой, которую сейчас вот и презентация, которая сейчас идет. Эту книгу, вышедшую в 2002 году на испанском языке, он прислал мне, как одному из своих друзей, и русских слов тут нет, кроме тех, которые посвящены мне. Все остальное по-испански. Но мне он написал следующее. Верным и старым друзьям Герману и Жанне, это моя жена, с которыми более 50 лет назад с энтузиазмом начинали счастливую созидательную жизнь в молодежном коллективе «Куйбышев гидростроя» от авторов Вергилио и Инна. Мы с ним разговаривали всего лишь 2 дня назад, и раз, может быть, в 2 недели непременно разговариваем и обсуждали даже эту передачу в надежде, что все получится очень хорошо. Время немного, хочу добавить еще следующее, что русское издание, здесь значится один автор, Вергилио Льянос, он писал эту книжку по-испански. Там 3 переводчика. Вергилио Льянос, он с акцентом все время говорил, хотя хорошо знал уже русский язык, но акцент сильнейший. И его дети, которые тоже переводили эту книжку на русский язык. Хочу добавить в заключение, что его жена Инна училась тоже в нашем же институте, но, правда, на другом факультете. Работала в управлении главным энергетика, где мне приходилось бывать часто, потому что я энергетик. И уехав с некоторой грустью уехав из России, она попыталась что-нибудь там написать о России. Но первые годы было трудно что-то предложить местным испанским издательствам, потому что нашу литературу там знают мало. И вот неожиданно к ней обратились, к Инне Льянос, с предложением написать биографию и историю творчества известного нашего писателя Трифонова. Возможно, многие читали его книжку «Дом на набережной». А позавчера, когда мне звонил Вергилио, он напомнил, что в этом доме, где множество мемориальных досок, там многие выдающиеся личности жили, он был один раз в гостях у Долорес и Барбоса. Я надеюсь, что он слышит, обнимаю его так по воздуху. Инне привет и желаю всем, всему большому семейству, у них уже и внуки, и правнуки, всего самого хорошего. Люди, которые многого достигли в жизни, люди состоявшиеся, достойные, масштабно отличаются необычной памятью. Помню всех, кто был рядом с ними и в радости, и в печали. Поэтому неудивительно, что наряду с Долорес и Барулью, Эрнесто Че Геварой и другими по сей день знаковыми фигурами, с которыми общался и работал Вергилио, в книге упомянуты многие из тех, с кем ему выпало делить такой нелегкий хлеб строительства нашей гидростанции. Из книги «Ты помнишь, товарищ?» Руководство строительным районом, на котором я работаю, было доверено 2 прекрасным людям, которые всего характера дополняли друг друга. Начальник Аркадий Игенбург, неутомимый организатор и очень гуманный человек. Как и многие люди его поколения, будучи игномом, пережил много трудностей, пока не был реабилитирован. Главный инженер района Николай Иванцов, капитан инженерных войск. Он автор проекта шлюзов Куйбышевской ГЭС, который сам захотел участвовать в реализации собственного замысла. Поэтому после защиты проекта и его утверждения государственной комиссии Иванцов приехал сюда на строительство.
Сегодня в аудитории присутствует Юрий Яковлевич Рыбалко. Вам слово. В 50-е годы Юрий Яковлевич... Ну, тоже для его строить. Вспоминая Жигулевск, мы были по разным берегам реки. Верхилио был на левом берегу Ставрополя, а у нас была отдельная с правого берега, строившая гидростанцию. Я не могу, к сожалению, похвастаться, что я был близок с ним, что мы дружили, вот как Герман Владиславович, к сожалению. Но у нас в Жигулевске в то время был такой ИТР-овский интернационал. Значит, вот было общежитие молодых специалистов, так оно называлось. И в том числе, значит, москвичей, ленинградцев, значит, там и так далее, значит, были испанцы. Вот Хуан жил с нами, прямо в общежитии. И, ну, дело молодое, значит, там, сами понимаете. Но в том числе помнится, что после, там, допустим, вечеринки, еще где-то у бана была такая привычка, такая. Пойдем по Жигулевску революционные песни петь. И вся компания шла по Жигулевску петь революционные песни. Вот. Дольше всех из испанцев у нас был Хосе Ранеро. Он потом остался и после сдачи еще ГЭС, значит, и все-таки после уехал в Ленинград. И, короче говоря, все они потом в конечном счете оказались в Испании. Я рад из-за Верхилио, что он все-таки сделал такой круг, значит, вернулся на родину и живет на родной земле, на родной замечательной испанской теплой и солнечной земле. Ну, значит, с ним лично мы виделись последний раз, были такие курсы, значит, начальников трестов, в том числе, значит, я учился при министерстве. И потом какой-то мы, значит, побывали, по-моему, в Будапеште, в Бухаресте, и позвали их с Багдасаровым. И мы сидели, значит, рядом, немножко вспоминали. Вот то, что я могу лично сказать. А добавлю только что, что, во-первых, молодец, он написал книгу. Я, значит, только вот одно, вот отнять, что ли, эту, я не знаю, где взять ее. Надо, конечно, я с удовольствием прочту. Вот. Это первое. А второе, значит, что изо всех все-таки, изо всей компании, которая у нас была здесь, испанская колония, конечно, Верхилио выделялся. Вот. И не случайно получил орден Ленина, значит, вот за ГЭС. Значит, а после работал все-таки на довольно большой должности в Госстабе, в СССР, замначальника, да, так, вот, подтвердит, значит, нас, это тоже наш бывший. Значит, так сказать, ресурсами занимавшийся человек. Вот. И вот как раз, вот, когда он там работал, мы его встречались, вот, та встреча, последняя, которая я говорил. Так что, конечно, хорошо все-таки, что книга написана, спасибо большое, и что все-таки вот такая неординарная жизнь и неординарная личность вот, все-таки останется в памяти нашего городка. Спасибо всем за внимание и спасибо автору. Юрий Яковлевич работал в 50-е годы на правом берегу с СМУ старшим прорабом, а позже был заместителем начальника Куйбышев гидрострой Николая Федоровича Смисонова. То есть он продолжает трудиться и сейчас работает. Из книги Верхилио Ульяновса. На строительстве ГЭС на обоих берегах Волги работают 10 испанцев. Антонио Мартинес, Хайме Отис, Анхель Алоса, Франциско Армачеа, Элиас Арсега, Хосе Ранеро, Хосе Малеа, Хуан Хосе Лондабаса, Вина Эррера и автор этих строк. Почти все выпускники Московского энергетического института, четверо испанцев, были награждены орденами и медалями за строительство Куйбышевской ГЭС и промышленного комплекса на Волге. Здесь в Ставрополе Ульяновск родился второй ребенок, сына Андрея. Из книги «Ты помнишь, товарищ». 1956 год, 23 августа. Сегодня, как и всегда, когда ухожу на работу, жена целует меня и обещает вечером подарить мне ребенка.
Это прозвучало как шутка, но на всякий случай, придя в контору, я попросил секретаршу, чтобы она сообщила мне срочно по внутренней радиосвязи, если будут новости из дома. Громкоговорители слышны повсюду в зоне работ. В 4:30 вечера обычная музыка вдруг прекратилась, и веселый голос Аркадия Эгенбурга вдруг сообщил: «Товарищи! Сегодня радостный день для всех товарищей Вергилия Вергильевича. Полчаса назад его супруга Инна родила прелестного малыша, весящего 3 килограмма 600 граммов. Как мне сообщили доктора, мальчик уже демонстрирует испанский характер, унаследованный от отца». А сейчас слово представителям жителей поселка. А Ирка Сорокин с его папой и мамой Вергилио дружил. Добрый вечер. Очень рад видеть, слышать. Матушка живая, Ненокин. Значит, большой привет вам от нее. Я возьму электронку, обязательно вам перешлю фотографии. И дома, и все. Вот Андрея. Андрея, вижу. Очень рад. Живы-здоровы. Всего вам доброго, долгих лет. Всего хорошего. Первый главный архитектор Ставрополя. Именно он начинал, проектировал дома для портового поселка, для Ставрополя. И вообще был уважаемым, очень известным человеком. И в этом году и Вергилио с ним жил рядом, а они дружили с семьями. Вергилио Инна и Нина Сорокина с Михаилом. И их фотографии совместно есть вот в этой книге. Поэтому это очень приятно, что именно в этом году исполняется юбилей поселка, который закладывали Вергилио и ваш папа вместе. Из книги «Ты помнишь, товарищ?» 60-й год. Разговаривал с ней по телефону, и она сообщает, что несколько раз звонил и хочет срочно меня видеть Николай Иванцов. Теперь он занимает в Москве должность директора Института гидроэнергопроекта и в основном занят разработкой проекта Саратовской ГЭС, 7-й в Большом каскаде ГЭС на Волге. В кабинете он протягивает мне копию доклада и говорит: если нравится, мы можем работать вместе. Иванцов предлагает мне должность главного инженера отдела разработки проектов по организации работ и возведению особых гидроэнергетических объектов. Наша будущая двухкомнатная квартира в Измайлове. Но очень трудно расстаться с теми, с кем родина работа в тяжелейших условиях. Вообще Ставрополь итальянцы остался судьбе Яносов навсегда. Здесь похоронены родные, здесь похоронен папа Инны Александровны Кощеевой. И сюда на практику в газету «Гидростроитель» попросилась их дочь, выпускница факультета журналистики Московского госуниверситета Мария Ильянос. Сегодня эта девушка обозреватель одного из ведущих британских изданий. Вот, какая замечательная семья. Вообще, Вергилию Ильянсу приходилось после нашей ГЭС работать не только на Саратовской ГЭС, но и на Кубе с легендарным Эрнесто Че Геварой, потом в главках Москвы. И лишь в начале 90-х годов семья смогла уехать в родную Испанию, где сегодня проживают, в Валенсии, в городе Альфа-Фар. Вот. Главный труд, все-таки, как считает Вергилио, это его книга «Ты помнишь, товарищ», в которой ему важно было вернуться как бы опять в ту жизнь, которая ему была дорога, которая объединила его с Россией, и он это заново все переживает. И в этой книге он вспоминает о встречах с Долорес Барури, с Романом Карменом, Эрнестом Че Геварой, Евгением Евтушенко, Расулом Гамзатовым, Михаилом Горбачевым, Анатолием Собчаком. Смотрите, какой именной список этого человека и этой книги. В 2002 году мемуары Вергилия Ульяноса вышли на испанском языке в родной Валенсии. Но это уже Герман Иванович говорил, и спустя только 6 лет вышел в московском издательстве «ЛКИ». На русском: с признательностью, с любовью к России.
Вот. А сейчас, вот если получится, мы бы хотели поговорить, да, вот выйти на прямой диалог с автором этой книги. Дорогие друзья, я хотел обратиться к вам с небольшой речью, чтобы поблагодарить вам за все, что вы сделали для нас, для моей семьи, для всех советских испанцев, которые посмотрят видео этого вашего вечера. Дорогие товарищи, тольяттинцы, самые старые друзья нашей молодости советско-испанской семьи. Когда этот прекрасный вечер презентации нашей книги «Ты помнишь, товарищ», посвященному великому народу, воспитавшему около 3000 детей испанских республиканцев, борющихся уже тогда с фашизмом, уже подходит к концу, и от нашего имени хочу выразить вам несколько слов благодарности. Во-первых, очень радостно, что вы и дело проводите по вашей инициативе год Испании в России, да еще по нашим скайпам и среди других вопросов вспоминаем те 11 лет нашей молодости, когда начали создавать ГЭС и этот прекрасный город. Мы были вместе с вами более полутора часов в этом большом зале библиотеки Автограда, где будет храниться наша скромная работа. В этом зале, внезапно для нас, созвучала песня «Гренада, Гренада, Гренада моя» на словах русского поэта Михаила Светлова. Слова этой песни очень нравились Маяковскому и Марине Цветаевой. Усердие, с которым песню исполняли милые и красивые сеньориты Наталья и Оля, стало камертоном для настройки всех присутствующих на вечере человеческих душ, как русских, так и испанских, для ответа на вопрос, откуда у парня испанская грусть. Для меня лично, Вирхилио, эта грусть появилась после 1992 года, когда испанское правительство, наконец, разрешило вернуться в Испанию моей семье. Эта песня стала песней всех интернационалистов, добровольцев, среди них много советских людей, прибывшими для защиты моего Мадрида от фашистов и главным образом для спасения нас, детей. И я тогда впервые увидел фильм, сделанного советским испанцем Мануэлем Арфе, монумента части погибших в Испании советских добровольцев. Один экземпляр видео, с согласием автора, я отправлю по почте директорам наследия и библиотеки Автограда. Когда мы писали нашу книгу, мы считали, что все ее страницы написаны нами самими значительными словами и выражениями, что нашлись в наших душах и сердцах. Мы так думали. Однако, слушая отдельные фрагменты книги, читаемые с вдохновением, ведущими спектакли сеньором Евгением Буйковым и сеньоритами Ольгой Вавилиной, Валентиной Казаковой и Надеждой Булюшкиной, я чувствую слезы в моих глазах
а также я вижу их на глазах сидящих рядом со мной друзей советских испанцев. Это слезы счастья, ибо, вставая на хранение своей лучшей библиотеки города Тольятти, нашего скромного повествования «Ты помнишь, товарищ» из фонда городского музейного комплекса «Наследие», вы все, наши дорогие тольяттинские товарищи, с которыми мы дружили много лет, доказали, что нас помните и не забыли, хотя каждому из нас уже по 86 лет. Это самая высокая награда, которую мы, Сембиа де Лос Янос, получили в жизни. Низкий поклон вам и спасибо за все. Мы очень благодарны Дмитрию Николаевичу за прекрасный подарок уникальной книги «Времена года» о природе и экологической культуре Самарской области. Годы, прожитые на Волге, остались самыми незабываемыми за всю нашу жизнь. Много, много работы, сложные и нестандартные отношения, трудовые были тогда, рождение удивительных дружеских связей, которые особо позволяют ценить жизнь. Обо всем этом написано в нашей книге и всегда находится в наших сердцах. Спасибо всем тем, кто создал городской музейный комплекс «Наследие» города и при этом не забыли нас. Мы сейчас живем другой жизнью. У нас растут дети и внуки, с которыми мы стараемся делиться всем пережитым нами ранее в Ставрополе на Волге, Тольятти, а затем в Гаване на Северном Кавказе и в Москве. Они радуют нас, хотя, к сожалению, не живут с нами вместе. Каждый из них ищет свою жизненную дорогу, всем мы гордимся. И в нашем возрасте мы ото всей души желаем им большого счастья и после случая, и того же всем вам. Спасибо за праздник. Дорогие товарищи, мы подготовили с Инной Александровной некоторые слова, которых хотим сказать вам знак благодарности за все то, что вы сделали для проведения этого прекрасного вечера, которого мы видели из Испании, хотя вечер вы проводили в Тольятти, за много тысяч километров от нашего дома. И видели все очень хорошо. Ваша книга «Ты помнишь, товарищ», с которой мы сегодня постарались познакомить аудиторию, передается в лучшую библиотеку города Тольятти, библиотеку «Автограда», в лице директора Надежды Валентиновны Булюкиной, или как вы ее называли все эти дни, сеньорите Надежде. Я получила экземпляр и хочу сказать, что книгу получает сеньорита Эсперанса из Тольятти, потому что это мое второе имя, меня крестил сеньор Вирхилио. Я Эсперанса по-испански Надежда. Я с надеждой принимаю эту книгу и думаю, что это вообще пока единственный экземпляр в городе, насколько я поняла, кроме друзей. Да. Вот поэтому она пока только у нас в библиотеке, и у друзей нет. Друзья жаждут прочесть эту книгу, но мы, конечно, все это устроим. Устроим, мои дорогие, потому что каждая книга – это праздник, каждая книга – это удовольствие прожить еще раз жизнь.
и действительно стать навеки друзьями. И я надеюсь, что у нас сегодня это получилось, и действительно и книга стала нашим другом, и эта прекрасная семья тоже друзья, потому что мы уже очень плотно общались. Спасибо огромное. А нам как друзей очень приятно, что такой кусочек наследия, такой важный, объединяющий Испанию и Россию, нашел надежное хранилище. Мы ехали шагом, мы мчались в боях, и яблочко песню держали в зубах. Ах, песеньку эту поныне храни, трава молодая степной малахи. Но песню иную о дальней земле возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края, Гренада, Гренада, Гренада моя. Он песеньку эту твердил наизусть. Откуда у хлопца испанская грусть? Ответь, Александровский Харьков, ответь. Давно ли по-испански вы начали петь? Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать.